Видимо, вы все заслушали, посмотрели послание президента. Это было 16-е послание, час 12 минут продолжалось, по продолжительности это 4-е. Но по содержанию оно отличалось от многих предыдущих. Наконец-то услышали, что страна вымирает. Я уже все двери прошел. С президентом в декабре 4 раза встречались, обсуждали эту тему. Вот. Начали сознавать, что нельзя этим материком по имени Российской Федерации управлять, если и дальше будем терять население. Напоминаю всем, русских исчезло в годы войны, из 27 миллионов потеряли 20 миллионов. 25 миллионов Ельцин отрезал несуществующими ранее границами. И в 90-м году русских на территории Российской Федерации проживало 120 миллионов. В следующем году при этой политике будет меньше 100. 65 миллионов потери государствообразующего народа – это крах для нашей государственности и приговор для любой политики, кто ее проводит. Наконец, президент услышал, и его послание началось с этой темы. На мой взгляд, целый ряд мер, которые намечены, заслуживают поддержки, и мы все будем делать для того, чтобы семья развивалась, чтобы дети рождались, чтобы они получили полную поддержку. Я давно настаивал, чтобы родившийся ребенок с первого дня имел бы прожиточный минимум. А он сегодня 12 тысяч рублей. Чтобы и после 3 лет имел полную поддержку для мамы. Иначе семья с 2-3 детьми сразу становится нищей. И никто не в состоянии вырастить полноценного ребенка. Чтобы с первого дня учебы имел горячие завтраки и горячее питание. Я родился в 44-м, и в деревне, в которой почти все мужики погибли на фронте, получил горячее питание, с первого дня бесплатные учебники и тетрадки. Мы сегодня услышали, что можно это сделать, и будем активно поддерживать. Вторая тема, которая прозвучала, это воспитание в школе. Еще 15 лет назад Смолин вносил, и мы, чтобы классный руководитель имел поддержку хотя бы 3 тысячи в месяц. Сейчас добавили 5 тысяч, хотя надо было добавлять минимум 15. Это огромная внеклассная работа, когда учитель и классный воспитатель работают с детьми, и после того, как 6 уроков отсидели в школе, а надо с ними продолжать заниматься. На мой взгляд, это тоже важный шаг вперед, но явно недостаточно. Что касается в целом морально-политического климата, невозможно рожать в стране и вырастить полноценное поколение, если ты всерьез не занимаешься созданием атмосферы. Атмосферы дружбы, сотрудничества, коллективизма, справедливости. В зоопарке, даже в неволе, при хорошей кормежке, и львы не размножаются. Поэтому, если вы посмотрите на историю, 30-е годы было тяжело. В войну и после войны было тяжело. И тем не менее, рожали гораздо активнее. Почему? Потому что верили в будущее, видели соответствующую заботу и мощную поддержку государства. Поэтому надо еще поставить задачу изменения морально-политического климата в стране, для того, чтобы семья и дети чувствовали себя нужными и востребованными. Последний опрос молодежи 18-22 года показал критическую черту. 53% из них готовы уехать из страны, потому что не чувствуют свою нужность в державе. Вот тут придется всем очень плотно работать. Но чтобы решить эти ключевые задачи, надо было честно оценить, а как работает его правительство. Его правительство провалило все его нацпроекты. Я вчера об этом подробно говорил, но телевидение ни одной картинки не показало. Повторяю. Может быть, вы кто осмелитесь. Если взять главные нацпроекты модернизации, на 65% выпало, без нее невозможно ничего делать и развивать инфраструктуру. Если посмотреть производительность труда от силы на 60%, а только она отдаст необходимые ресурсы. Если глянуть на темпы развития экономики, около процента, а он ставит задачу снова выйти на мировые,
Почему ни один член правительства, никто не ответил за то, что они провалили фактически все нацпроекты, хотя бы с трибуны пожурил ради приличия. Проваливают ваши обязательства, проваливают с треском. Если глянуть на экологию, на треть выполнено. А у нас треть населения живет в экологически неблагополучных районах. Вот. И за прошлый год выгорело лесов гораздо больше, чем предыдущий. И тут надо было оценить. Но самое поразительное, провели заседание, широкое слушание о цифровой экономике. Без нее нельзя решать проблемы. На 24% выполнен. И более того, из почти на триллион рублей деньги, которые утверждены бюджетом, не дошли до исполнителей. Ни граждан, ни предприятий, ни малого среднего бизнеса. На мой взгляд, это наиболее слабая часть посланий, потому что надо оценивать кадры, как они работают. Но, наконец, услышал наши предложения. Их вносил еще Лукьянов и Илюхин. Мы вместе ходили и сидели, что власть исполнительная, без контроля, или проворуется, или сопьется, или с ума сойдет. Это известно с Древнего Рима. Я на примерах показывал. Ну, наконец, услышали и решили заняться ремонтом Конституции. Ремонт вообще предстоит принципиальный. Весь вопрос, как он пройдет и будет ли он опираться на честную систему выборов. Это особо отметьте. Если ремонтировать верхушку и не обеспечить честные выборы снизу, убрать порог, абсолютно надуманный при выборе губернаторов, а он придуман для того, чтобы отсекать сильных и неудобных кандидатов, не заниматься информационной войной, которую вели целый год против Левченко и Грудинина, а заниматься рассказом и показом и достойным соперничеством на выбор. Поэтому эта часть, связанная с честными выборами, исключительно принципиальна, но усиливает позиции Государственной Думы, Государственного Совета и контроля обеих палат за структурами власти. Это абсолютно верное направление. Поэтому считаю, что мы это не только поддержим, будем активно участвовать в ремонте власти. Первое и главное – это идиотское положение, которое приспешники Ельцина втащили в Конституцию о том, что мы подчиняемся американским законам иностранным. Это вообще фигня полная. Давно надо было ее зачеркнуть, сказать официально, мы не будем это выполнять. Если брать ты, у тебя иностранные грин-карты, или, ну, сиди там, живи. Зачем тебе лезть в президенты и другие должности? Это тоже правильно. Правда, я видел, многие думцы и Совет Федерации не аплодировали. Я знаю, сколько человек имеет иностранное гражданство или виды на жительство. Ну, если там тебе нравится, никто не спорит. Но что тебе делать тогда в высших должностях, где ты должен каждый день отстаивать интересы граждан России, а не защищать свои капиталы и свою тещу вместе с собачками, которые живут в Лондоне? Поэтому это вопрос принципа. Что касается в целом Государственного Совета, я на встрече с президентом сказал, это вопрос один из важнейших. Еще власть царская была ограничена Анной Иоанновной, когда думские дьяки собрались. Вот. А в Англии еще 800 лет назад, когда сказали «королю много тратишь», тогда и родился у них парламент. Вот это вопрос исключительной важности. Поэтому поднятие авторитета губернаторов, но госсовет надо делать таким, чтобы он был представительным. В прошлый раз одни подчиненные, я говорю президенту, ваши одни подчиненные, вы любого можете выгнать, это не госсовет. Ну, включили лидеров фракций. Расширить за счет умных людей, талантливых, авторитетных во всех областях, религиозных, авторитетных деятелей. Вот совет может быть очень сильным, влиятельным органом, который будет балансировать систему и одновременно в случае тяжелой ситуации может поправить ее. А министры должны приходить и отчитываться при назначении в Думу. Если бы три профильных комитета рассмотрели кандидатуру Сердюкова, он никогда бы не был министром обороны, а он 6 лет ломал армию напропалую просто. Даже Кантемировскую, атаманскую дивизию легендарную, и то чуть не разогнали. Поэтому это шаг в нужном направлении. Ну и Совет Федерации будет контролировать силовых,
ведомства. В целом это улучшит работу. Но главный вопрос, при тех темпах, которые сегодня, эти задачи нерешаемы. Наконец он решил распечатать и Фонд национального благосостояния. У нас море денег, они не работают на граждан. Но не тронул олигархию, которая должна платить нормальные налоги. Ничего не сказано о тех упырях, которые деньги выгоняют с утра, вечером, да за рубеж, офшоры просто пухнут от наших дел. Борьба с коррупцией, которая разъедает весь национальный экономический организм. Главными локомотивами являются стройка и село. Они в состоянии резко прибавить по всем направлениям. Так что тут есть еще в целом над чем работать. Но это все-таки шаг, даже два шага вперед в нужном направлении. Но у меня сразу возникает вопрос, кто будет это делать? Если вы ставите сложные новые задачи, то нечего откладывать контроль за министерствами на пару лет назад. Давайте займемся это с завтрашнего дня. Давайте сформируем пакет не в 1000 законов. Вот Дума 1000 законов. Кому не нужны эти законы, от которых народ беднеет, олигархия пухнет, а коррупция разрастается, как снежный ком. Нужны законы, которые могут поправить. Они есть. Закон о национализации, давайте его примем. И вся природа, все недра будут работать на каждого человека. Прогрессивную шкалу давайте примем. Госмонополию ведем на спиртоводочную промышленность, давайте примем. Поддержим малый и средний бизнес, снизим налоги, и будет все в порядке. Давайте вложим ключевые отрасли производства, которые являются станкостроение, электроника, биотехнологии, цифровые. Давайте, все есть для этого. Но все наши 12 законов отпихнули в сторону. Ну и последнее, это первое. Авторитетность и моральность власти определяется отношением к детям, женщинам и старикам. Дети войны опять ничего не получили. 7-9 тысяч в деревне и 12-14 тысяч в городе. Стыдно смотреть ему в глаза. Не просто бедняки, нищие, обобраны, унижены. С этого надо было начинать сегодня послание. И заканчивать тем, что мы все сделаем, чтобы в стране это дикое неравенство было ликвидировано, что справедливость восторжествовала, а производство, наука, здравоохранение процветали. Надеюсь, что все равно вместе сделаем шаг вперед. Нас уже приперло к стенке. Геннадий Андреевич, скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, кто мог бы возглавить Госсовет? Госсовет будет в любом случае возглавлять первое лицо. В данном случае президент. Тут в этом отношении у президента остаются главные полномочия. Обратили, наверное. Все, кто не сумеет справиться, он имеет право отправить в отставку. Баланс несколько восстановлен. Хотя главное – это контроль законодателей за местными исполнителями. А для этого нужны честные, нормальные выборы. Укреплена политическая система. Правда, я обратил внимание, что «Единую Россию» ни разу сегодня не вспомнили, но она-то в основном проваливает все его установки. Ни одного слова про нее. А фронт еще там пусть немножко контролирует. Ну а так опора на классические партии, которые в Думе сидят. Поэтому я надеюсь, некоторые его помощники, кто работает в администрации, услышали этот намек, потому что там есть старатели, которые сидят и формируют партии, режут, халтурят, химичат. А это значит, они заранее выборы превращают в эту самую грязную кавказскую кухню. А на Кавказе шикарные кухни, и лучше брать этот пример. Геннадий Андреевич, то есть, на ваш взгляд, есть в Думе люди со вторым гражданством? Как? В Думе есть люди со вторым гражданством? На протяжении 25 лет. Не понял. На протяжении 25 лет должны жить в стране. Да нет, в принципе. Ну, это нормально, понимаешь. Если я честно тебе скажу. Я вот, например, приехал с родной Орловской области, и так думал, я очень многое знаю.
Вот. А когда поехал первый вопрос готовить на секретариат ЦК в Чечено-Ингушетии, они вместе были, я понял, что я далеко не все знаю. А когда речь зашла мирить враждующие тейпы, и мне старик принес Коран в переводе Крачковской, я понял, что я обязан его изучить, сидел суру за сурой, потому что иначе я не пойму, что там происходит. А когда меня послали готовить Красноярск на Политбюро, я там 2 недели прожил, я понял, что такое Россия, потому что когда прилетел в Красноярск, мне сказали, это ровно середина Советского Союза. Там я увидел подземный завод 3 атомных реактора, хранилище для ядерного оружия, подземный завод боевых спутников, пласты угля по 100 метров толщиной. Понял, что мы отхватили гигантский кусок и освоили. А над краем летало 600-700 самолетов каждый день. 80 аэропортов было. А сейчас там, по-моему, 3 или 4 осталось. Поэтому в России, чтобы управлять, ее надо глубоко знать. И 3-5 леток для этого мало. 25 хватит.